Привет! Сегодня хотел вам рассказать о шуруповерте BSB18C производства компании AEG. Этот шуруповерт комплектуется 18-вольтовым 4-амперным аккумуляторной батареей с индикацией заряда. Этот инструмент выполнен в очень компактном корпусе, всего 202 мм. 13-мм быстрозаряженной патрон позволяет фиксировать очень широкий диапазон оснастки. Инструмент укомплектован 4-полюсным бескорпусным двигателем, который интегрирован с очень компактным редуктором, выдающий крутящий момент 70 ньютон. Благодаря двум режимам работы редуктора, на первом скорость сверления достигается 450, на втором 1650 оборотов в минуту, что расширяет диапазон применения данного инструмента. Инструмент имеет независимый переключатель режима работы, сверление с ударом, сверление и заворачивание саморезов. При выборе режима заворачивания саморезов активируется муфта момента. 24-позиционная муфта позволяет расширять диапазон работы. Инструмент также укомплектован боковой рукоятью для лучшей фиксации во время работы. Также имеется на нижней части корпуса инструмента подсветка рабочей зоны, которая исключает засвет от затемнения от патрона и корпуса самого инструмента, что лучше освещает рабочую зону. Этот инструмент способен легко работать с очень длинными саморезами, например, 240 мм, также самоврезными сверлами спиральными и, например, 50-мм самоврезными коронками Форстнера.